Браво, 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 браво! Я приветствую всех на телеканале «Беларусь-4». Здравствуйте, рад вас видеть. Всех приветствую на телеканале «Беларусь-4». Как всегда, в это время на нашем канале выходит в прямой эфир программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодня, вот, знаете, как раз тот момент, когда можно сказать, что наша встреча после дождичка в четверг. Кстати, успели сегодня промокнуть? Ну, мы за рулем, поэтому не совсем так. Мне повезло. Перебежками. Я пришел домой и линул ливень. Это великолепно. И наш сегодняшний вечер вы начали с прекрасной композиции Антонио Вивальди «Лето». Да, кстати, что как символично. Раз-таки она о шторме, о дожде, о грозе, ну, о буре. Будем надеяться, что лето в наши широты еще придет, и не дождливое, а самое солнечное. А сегодня у нас в гостях великолепные артисты, баянисты, виртуозы, дуэт «Не баян стайл» Андрей Довженко, Дмитрий Писаник. Ребята, еще раз привет. Присаживайтесь, прошу. Будет сегодня целый час эфирного времени. Узнаем про вас все и даже чуть больше. А всем же остальным напомню, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире, а это значит, что вы сможете позвонить к нам в студию, задать ваши вопросы, отправить ваше сообщение к нам на Viber. Не переключайтесь, будет весело и интересно. Мы начинаем. Это «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». В гостях у нас сегодня дует «Не баян стайл». Есть несколько очень хороших информационных поводов. Ну и просто музыканты давным-давно не были у нас в гостях. Вопросов накопилось и у меня, и те вопросы, которые пришли к нам в соцсетях, на наш Viber. Ребята, самый главный информационный повод – это то, что ваш дуэт недавно отпраздновал свой день рождения. Позвольте вас поздравить. Спасибо. Рассказывайте, как прошли торжества, где прошли, как обычно, на гастролях, да. Ну, это, наверное, у любого артиста классика жанра. Да, это нормально. Мы были в Латвии, кстати, как раз-таки на гастролях, на фестивале. где нас очень хорошо принимали, где мы очень хорошо, прекрасно, замечательно отпраздновали свой день рождения на сцене вместе со зрителями. Хотел спросить. И с коллегами. И с коллегами. В Латвии где были, что видели, с кем встречались, для кого играли? В Латвии мы ездили в город Венспилс. Там проводятся дни культур различных народов. И вот как раз-таки мы попали в это время, проходили Дни культуры Беларуси. Мы там были, мы там принимали участие в данном фестивале. Очень замечательный город, очень компактный, очень маленький, очень красивый, на берегу Балтийского моря. Кстати, как море? Море было холодное, погода была очень ветреная, море штормило, но мы покупались. Да, надеюсь, без последствий, ни у кого ни температуры. Чуть-чуть. Чуть-чуть накрыло, ну ничего, прошло, все в порядке. Вот я слышал такую легенду от многих артистов, может быть, это не легенда, сейчас выясним. Даже если какие-то недомогания, температура, озноб, головная боль, выходишь на сцену, все как рукой снимает. Правда ли это? В момент выступления, да. Забываешь о любых заболеваниях, ничего не беспокоит. Но до выступления, после выступления все равно... Да, кстати, проверено на собственном опыте. Как рукой снимает прям. На сцену выходишь, все, забыл. Никаких болезней. Анестезия. Да, ничего. Может быть, все время пребывать на сцене, и тогда будешь жив, здоров, весел, бодр. Возможно, да. Я скажу, кстати, что многие замечают, что артисты очень долго живут. Ну, все-таки, наверное, потому что положительные эмоции постоянно. Положительные эмоции и плюс выброс своих эмоций постоянно. Да, и ты забываешь вообще. Ты не держишь про все какие-то плохие нюансы. Кстати, а какую программу предлагали прибалтийской публике? Мы различную программу предлагали. Мы играли и белорусские народные песни, и русские народные песни, и классику, и, как правило, все на ура. Прям нравится. Все им нравится. Ну, я так понял, прям во время игры на ура, да? Пока играешь, уже все хлопают, все в настроении. Классика, играешь классику, думаешь, ну, наверное, мы как-то немножко не попали. Народ как-то сидит спокойно, не реагирует. Но когда отыграл, прям браво, бис, и тоже круто, все хорошо. Ну, это здорово и великолепно. И в связи с этим я хочу подключить к нашему разговору наших зрителей. Есть у меня для вас замечательный пригласительный билет на 2 персоны в Музей истории печати и фотографии Гомельщины, где в данный момент проходит огромное количество интересных выставок. Но просто так он вам не достанется. Нужно ответить на вопрос. Сколько же лет в этом году исполнилось дуэту «Не баян стайл»? Звоните к нам в эфир. Акцентирую внимание, что ваши варианты ответов принимаются только по телефону. Давайте в конце концов общаться. Ну и не забывайте о том, что ваши вопросы вы можете адресовать нашим музыкантам на Viber. Вся контактная информация находится здесь вот на экране. Так что торопитесь. Билет всего лишь один, а вариантов, я думаю, будет у вас достаточно много. Слушайте, вот сколько раз встречались мы в стенах студии «Добрый вечер, Гомель», говорили на всякие темы и про автомобили, и про хорошее настроение, и про здоровый образ жизни. Мы никогда не разбирали, скажем так, путь становления и историю дуэта «Не баян стайл», скажем так, по запчастям. Вот простой вопрос, а с чего все начиналось? Слушай, это очень долгая история, на самом деле. Начиналось все с того, что... С маленьких лет, скажем так, я бы сказал, что с тех пор, когда мы пошли, в принципе, учиться на данном инструменте играть. Это начальная школа была? Это или? Прям мне 7 лет было, Дима, тебе сколько? 9. Диме 9. Мне 7 лет, Диме 9. Вот. Собственно говоря, потом нас данный инструмент привел в одно прекрасное заведение под названием Гомельский государственный колледж искусств имени Соколовского. И так сложилась судьба, да, что к одному преподавателю, Александру Михайловичу Гурову, привет, вот, ему большой, да. И, в общем, там, познакомившись друг с другом, мы решили создать дуэт. Вот так началась наша история, но, скажем так, в достаточно бессознательном возрасте, юношеском, да, мы не понимали вообще, как... Чему это все приведет, и да, никто не знал. А 7 лет, и вот 7-летним детям, будущим музыкантам, вам вручили такого же размера музыкальный инструмент? Или все детские варианты были? Был поменьше. Я так скажу, с дров, да, то, что называется у музыкантов, дают изначально дрова, то, что не жалко, да, маленький баянчик компактный, который можно рвать, можно терзать, его не жалко, да? А он все равно будет играть? Да. Будет играть, да. До последнего. Это как автомат Калашникова. Ну, а вот кто повлиял на выбор того, что это должен быть именно баян. Просто вот обычно парни, там, пацаны, ребята выбирают ударные установки, гитары, ну, фортепиано в некоторых случаях. Слушай, я никогда не стремился вообще, в принципе, в детском возрасте пойти в музыкальную школу и тем более играть на баяне. А кем хотел в детстве стать? Ну, я не знаю. Это первый класс мой, я еще так особо, наверное, не осознавал. Помню, что, наверное, хотел быть артистом где-то в подсознании, но пойти прям так целенаправленно в музыкальную школу ни я, ни мои родители... Да, еще и на баян. Да, еще и на баян. Никто этого даже не понимал, да, что так нужно сделать. Но в первом классе, когда мы только начали обучаться, ну, то есть вот средняя общеобразовательная школа, к нам пришел преподаватель из музыкальной школы и предложил пойти учиться в музыкальную школу. И я знаю, что мой отец всегда мечтал играть на каком-то инструменте, и я, дабы сделать ему как-то приятно, говорю, можно, я пойду. Но это было фортепиано, и когда мы пришли в музыкальную школу на прослушивание, меня прослушали, сказали, что все в порядке, все хорошо, но для того, чтобы заниматься на фортепиано, нужен инструмент, который у вас был бы дома, чтобы вы могли выполнять домашние задания какие-то. И у нас не было инструмента, но у мамы был баян. Она занималась тоже в детстве на баяне, там, пару лет. И был баян, дедушка ей покупал баян. И мы сказали, что у нас есть баян. Они говорят, ну вот, отлично, идите тогда на баян. Ну и пошли на баян. То есть это судьба. То есть это все идет еще из поколения в поколение. И ну, вот, в какой-то степени даже дедушка, да, в какой-то степени повлиял дедушка, так, да, чтобы сложилось все. Ну, да, совершенно верно. Именно так, как оно есть совершенно на сегодняшний день. У Димы тоже интересно. Ну, у меня вообще было все предрасположено, в принципе, так сказать, с молоком матери впитан этот инструмент, да, так скажем, прямо. Вот. У меня отец баянист. Он мой первый учитель, и я прям с самого детства видел, как он играет на баяне. Мне это очень нравилось, мне хотелось. И оно все само собой так и получилось. Я пошел в музыкальную школу к своему отцу. Он меня учил играть на баяне. Вот. И ну, так сложилось. У меня все немножко проще, все немножко... У меня совершенно разные истории, но в какой-то определенный момент в музыкальном классе... музыкальная. А вообще, как пришло решение, что вот мы должны создать такой вот дуэт? Слушай, ну это пришло как-то спонтанно. Я все-таки, конечно, думаю, что это на примере некоторых личностей российских, да, когда Петр Дранга, там, Баян Микс сделали данный инструмент более популярным. А больше, в принципе, никого и нет. Вот они заняли эту нишу. Да, я думаю, что больше... Они, конечно, есть, дуэтов очень много, ребята создают, но... Мало кто привносит что-то свое, новое. Да, то есть мы привнесли что-то новое. Мы сделали не то, что у Петра Дранги, мы сделали не то, что у Баян Микс. То есть у нас совершенно, я думаю, разная публика, да? Вот, поэтому как-то хотелось бы верить, что мы как-то выделяемся среди всех дуэтов, которые есть. Но я не знаю, как там будет дальше. Все-таки ребят молодых очень много, амбициозных, поэтому... Ну, послушайте, давайте так вот смотреть на мир шоу-бизнеса, скажем так, без розовых очков. Ну, таких, как вы, вот с такими музыкальными инструментами мало. Ну, вот да, перечислили на пальцах. Это Петр Дранга, это Сергей Войтенко, не Баян Микс. Да. В Беларуси, вот кроме вас, честно скажу, я больше никого не знаю. Или все-таки есть? Они есть, но они еще пока на достаточно на начинающем уровне, да, потому что это все очень большие вложения. Это очень сложно даже в принципе. Нужно быть готовым музыкантом, чтобы организовать такого формата дуэт, чтобы уметь делать аранжировки. Не просто брать их с интернета и что-то играть, да, а чтобы создать что-то свое. Нужно иметь много идей, нужно иметь много мыслей, нужно уметь эти идеи воплощать, да, это немаловажно, иметь навыки какие-то, да, чтобы это все сделать. Ну и плюс нужна какая-то техническая основа, и в этом плане я скажу, что прям нам везет в этом отношении. Почему? Потому что изначально мы аранжировки заказывали у кого-то, это опять-таки же это очень большие деньги, после чего мы пришли к выводу, что ну ты приходишь на студию, тебе это не нравится, то не нравится, тебе приходится постоянно что-то исправлять. Недаром же говорят, что если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Да, поэтому мы в один прекрасный момент пришли к тому, что все-таки нужно начинать это делать самим, А как? Ну, встал вопрос, как это делать, потому что у нас нет этого, нет того. И опять-таки же мне отец... Мы не владеем программой. Вот, но мне отец в свое время подарил... Главное, чтобы было желание. Было бы желание. Было бы желание, да. С языка с ним. Мне отец в свое время подарил синтезатор, очень хороший, очень достойный, который мы начали придумывать, как подключить к компьютеру. Да, у Димы, допустим, есть очень-очень хороший компьютер, который позволяет писать аранжировки. Вот у нас вроде по отдельности что-то есть, а как его соединить, мы не знаем. Начали думать, начали спрашивать, начали искать в интернете, да. И по итогу вот мы пришли к тому, что мы делаем все сразу сами. Получались первый месяц такое, что-то такое несуразное, такая лепнина кривая, очень такое все было неказистое. Но прошел месяцок, и мы уже слушаем вроде как бы и хорошо. Начинаешь показывать это своим друзьям, женам, знакомым, родителям. Они говорят, да это круто, это хорошо. И тут появляется какая-то уверенность, что, может быть, действительно уже стоит что-то делать. Вот. Вот сейчас мы узнаем, насколько хорошо наши зрители знают биографию дуэта «Небаян Микс». Алло, здравствуйте. Здравствуйте. «Небаян Стайл». Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут, откуда вы звоните? Меня зовут Чинамас Евгения, я из города Жлобина. Расскажите, как давно следите за творчеством наших гостей дуэт «Небаян Стайл»? Не так давно, где-то в течение года. Угу. Как про них узнали? Как узнала? Ну, они были у нас в Жлобине на Дне металлургов. И, ну, и так сидела, понравились. Это здорово и великолепно. Ну вот у меня в руках пригласительный билет в Музее истории печати и фотографии Гомельщины. Именно в этом музее в данный момент проходит огромное количество интересных выставок. Вопрос достаточно простой. Сколько же лет исполнилось дуэту «Небаян Стайл» в этом году? День рождения ребята, их творческий коллектив отпраздновал недавно, буквально на днях. Ага, ну я так могу предположить, что 6 лет. Почему такой вариант? Ну почему? Ну так предположительно, по возрасту, по всему. Ну давайте открывать карты. Слушай, это правильный ответ, конечно. Я хочу еще сказать большой привет Евгении, я ее знаю. Это, скажем так, уже моя так, дальняя родственница, что ли, да? Это теща моей жены брата. Ух ты, вот оно как. В любом случае, мы поздравляем вас. Это ваш пригласительный билет. Так что будете у нас в Гомеле на Пушкина 8. Заходите, забирайте ваш подарок. И я думаю, что останетесь под большим приятным впечатлением от выставок, которые сейчас предлагает Музей истории печати и фотографии Гомельщины. Оставьте ваш номер телефона нашему редактору. И вам расскажут, где и как вы заберете ваш приз. Поздравляем еще раз. Кстати, могу сказать, что она не знала правильный ответ. Да ладно, то есть вот так вот совпало все. Ну вот как-то так, да. Окей, вы знаете, история продолжается, наш «Добрый вечер» тоже продолжается. Следующая музыкальная композиция, вот я так и знал, что я забуду перевод, как же сказать по-русски название следующей композиции. Давайте порадуемся. Давайте порадуемся. Именно так звучит следующая композиция. И как она появилась в вашем репертуаре? Слушай, это очень замечательная, превосходная композиция, мелодия, песня. Да? Это попурри на еврейские темы. Ее можно играть везде. Ее можно играть везде почему-то. Ну как почему? Все понятно. Это очень красивые мелодии. Они всем нравятся. Они как-то по-своему цепляют. Да. Поэтому мы решили, что все-таки ну, пора бы уже разные народности зацепить. Ну, давайте же исполним в нашей студии. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Не переключайтесь. Мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель». В гостях у меня великолепные музыканты, дуэт «Небаян Стайл». Так что вы можете присоединиться к нашей беседе, спросить у музыкантов, задать какой-то вопрос, пожелания. Ну и не забывайте о том, что наш вайб... Вот, кстати, пришло сообщение от Виктории. Классные ребята, прекрасный дуэт. Спасибо, Виктория. Так что, Виктория, привет. Ну и присоединяйтесь также все остальные к нашему диалогу. Вечер продолжается. Название сами придумали. Все-таки вот со словом «баян», ну, знаете, если какой-то старый анекдот, старая шутка, то говорят или с бородой, или «О, это баян». Баянистый сильно, да? Слушай, ты практически угадал, на самом деле. Мы очень долго думали по поводу названия вообще, скажем так, правдивую историю расскажем, да, что 6 лет — это как раз-таки день рождения с начала этого момента, да, когда мы придумали непосредственно, надеюсь, что не громко скажу, бренд, да, свой Небаян Стайл. Думали мы очень долго, и с большим удовольствием хочу выразить благодарность Ольге, нашему административному ресурсу, да, нашему директору, нашему музыкальному директору, которая непосредственно придумала это название. О чем оно говорит, Дима? Идея была в чем? Точнее, задача была в чем? Чтобы было такое название, которое и запомнилось бы, и с нами как-то ассоциировалось, да, то есть с баянами, что мы баянисты, как-то это было узнаваемо. И в то же время, чтобы это было прикольно. Вот. Поэтому и навеяло не «Баян Стайл», но «Баян» через букву «О». Это... Вот я хотел сказать, что и грамотные люди, мы знаем, как пишется «Баян». Написание самого названия дуэта, коллектива, оно, скажем так, со звездочкой. Да, вот как раз-таки у нас, когда все спрашивают, а почему не «Баян», мы такие, да, уже видели, уже слышали, уже знаем. И это не шутка. Это все круто. Не баян стиль, не стайл, не шуточный стиль, да, то есть, не заезженный стиль еще, да. Как это можно интерпретировать. Поэтому это опять-таки же выражается в нашем творчестве, это выражается в наших аранжировках, это выражается в нашей игре, это выражается в нашем поведении на сцене. Опять-таки же нужно было придумать что-то неординарное, потому что, как мы уже сказали, все-таки баянистов у нас в стране много, да, а у нас уже в своих кругах знают как не баянчики, да. И постоянно, когда в сценарии баяна, так как кто, не баянчики, а это, да, вот как-то так. И, ну, правда, с названием тоже очень много есть и курьезных случаев, да. Да, когда... как-то столько не называли. И группа «Не баян». И «Небаян Стуле», да. И было однажды даже как... Поп-фолк, группа, дуэт. «Небаян» у нас сегодня в гостях, по одной из версий. Слушайся. Поп-фолк, группа, дуэт «Небаян Стайл». Встречайте. Вот. Респект этому ведущему, который вас так представил, потому что он придумал и не забыл, как произнести, в отличие от меня, который забыл, как же на русский язык переводится «Хава Нагила». Спасибо, Андрей, что напомнил. Вот смотрите, с одной стороны, баян может показаться, что это инструмент, который заточен только вот под фольклорную музыку, ну, где-то там в сельском клубе, на заваленке, где-то в деревне. Но вы же доказываете совершенно обратное. То, что баян, он может быть таким же, ну, скажем так, модным, современным, стильным, сценическим инструментом. Это уже давно неправда. Вот в чем секрет. Это уже давно неправда, что баян — это какой-то сельский фольклорный инструмент. Прекрасный академический инструмент. Да, это академический инструмент, собственно, с чего мы и начинали. Это на баяне очень хорошо звучит классика, звучат очень хорошо современные вещи, которые написаны непосредственно баянными авторами, баянными композиторами. К чему мы пришли? К тому, что все-таки, наверное, инструмент очень молодой и недостаточно популярен среди масс. Да, он популярен в Беларуси, России, Украине, среди славян. Но когда ты выезжаешь куда-то в Европу или еще дальше, да, то понимаешь, что данный инструмент там не знают. Не знают либо как называется, не то что... Они даже не знают, как это называется. Они знают либо аккордеон, либо... Возьмем Францию. Вот, да, там аккордеон. У них нет такого понятия, как баян. У них есть понятие аккордеон. Да? У них есть разные. У них делится аккордеон клавишный, аккордеон кнопочный. Вот я хотел привести в пример, там, например, тоже парижская городская музыка, где солируют. Да, но у них больше аккордеон как-то развит. Вот мы даже в Латвию сейчас ездили. Они говорят, а это что у вас, аккордеон или гармонь? Гармонь, они спрашивают. Гармонь. Нет, это баян. А что это такое, они спрашивают. А каким образом баян отличается от гармонии? Хотя вроде не так давно, как бы Латвия была частью СССР, да? История должна помнить. Да, поэтому мы пришли к выводу, что данный инструмент нужно популяризировать. А чтобы его популяризировать, соответственно, его нужно каким-то образом вводить в массы. А чтобы его вводить в массы, нам нужно делать какую-то интересную музыку под какие-то интересные аранжировки, современные достаточно, чтобы узнавала непосредственно молодежь. Все-таки люди, они, конечно, постарше, они еще знают, а молодежь... Ну, вот, если вам сейчас вручить или гармонь, или тот же самый аккордеон, сможете? Да, или... конечно. Ну, сможем не так, как на баяне, но... Такое что-то такого средненького уровня вполне. Вот затронули вы тему и классической музыки, и немного поговорили про образование. Это и колледж искусств, это и академия музыки. Но скажите, вот признайтесь честно, преподаватели, которые вас учили, которые вкладывали в вас и знания, и культуру, сильно ревностно относились к тому, что, например, на сцене или в ночных клубах, или где-то... Да, изначально... Играете совершенно не классику, совершенно не... Изначально это была ревность, конечно. Конечно, да, но по итогу, когда все-таки они начали понимать, что мы делаем хорошо не только для себя, не только для масс, но и для инструментов в целом, когда это все популяризируется, да, когда молодежь видит, что все-таки на этом инструменте можно играть не только для бабушек, какие-то народные песни или частушки, польки, а можно играть достаточно молодежную, свежую музыку, а возможно даже и ту музыку, которая интересна бабушкам, но опять-таки же в новом видении, то они сделали вывод, что мы все-таки делаем что-то хорошее, и все в порядке. После концерта кто чаще подходит? Представители каких поколений? Ой, сверстники или все-таки? В основном представители женского пола. Да, в основном представители женского пола. Ну, это хорошо, конечно, мы же все-таки парни. И разные люди подходят, разных возрастов абсолютно, потому что молодым очень интересно, как все-таки на данном инструменте, достаточно народном, как ты сказал, фольклорном, можно играть молодежную музыку, потому что мы выступаем везде, мы выступаем даже в ночных клубах, в ночных дискотеках, где присутствуют исключительно молодые люди. И подходят люди постарше, среднего возраста, бабушки. Бабушкам очень нравится, потому что они слышат знакомые мелодии, которые близки сердцу, близки душе. И опять-таки же все это в современной обработке. Я могу сказать так, что народный задор музыки народной, он цепляет всех абсолютно. Нравится, не нравится, но люди чувствуют это настроение. Да. Я бы хотел сказать, что все-таки баян обладает каким-то магическим звучанием, которое все-таки близко славянам, да, нашим людям. Вот ты играешь, а им нравится. Мне часто очень даже молодежь, современные песни, которые там, Филиппа Киркорова, Лободу, говорит, слушай, сыграй, ну это же круто, на баяне. Подожди, мы до этого еще дойдем. Вот вопрос в следующем. А для вас и для самих, кто является образцом для подражания? Ну вот у каждого творческого человека есть кто-то, с кого он берет пример, или кто-то его там наставил на, ну, как говорится, на путь. Я скажу так, что на разных этапах творчества это разные вещи абсолютно, потому что изначально, на начальном этапе обучения на баяне вообще для меня там был высотой Фридрих Робертович Липс, да, это профессор Московской консерватории имени Гнесиных. Потом, когда нам нужно было, мы пришли к тому, что нужно выходить на эстраду, нужно идти в шоу-бизнес, ты ставишь для себя какие-то другие высоты, других людей ставишь для себя в пример. Когда сейчас мы выходим на тот уровень, что нужно что-то на сцене делать, как-то двигаться, все-таки баянисты, они люди такие достаточно усидчивые, сел на стульчик, поиграл, да, а тут тебе нужно выходить в массы и, соответственно, еще просто... хореографию изучить. Да, еще нужно изучить хореографию. Да, заставляют нас некоторые люди учить хореографию. Выйти в образе надо еще. Да, в образе. И тут ты уже, опять-таки же, ориентируешься совершенно на других людей. Вот, поэтому невозможно сказать, что есть какой-то один кумир, на которого ты равняешься. То есть их много. На сегодняшний день насколько велик, богат репертуар вашего дуэта? Я думаю, что на пару сольных концертов хватит. Серьезно? Да. На сегодняшний день, да. А вот раньше была больше проблема с репертуаром, потому что мы покупали аранжировки. А данной проблемы сейчас нет. Нам идея пришла какая-то в голову, мы ее сели и сделали. Поэтому репертуар у нас сейчас растет прям... Ну, не скажу, что каждый день. Такого не бывает, потому что на аранжировку, в принципе, по времени уходит недели-две, чтобы сделать ее, да, под ключ, так скажем, да, вот так выразимся. Вот, но каждый месяц у нас стабильно выходит новый трек, и у нас очень сильно вырос наш репертуар. Скажите, авторской музыки много или все-таки пока работаете, скажем так, на музыкальном наследии, которое было написано для этого? Авторская музыка есть, но она пока в закромах, и мы... Для какого случая бережете? Неужели к десятилетию? Я думаю, что это будет так раньше. Так еще 4 года ждать. Это будет раньше, но я думаю, что за 4 года мы, я надеюсь, выпустим пару своих авторских альбомчиков. Вот, но... Страшно авторское выпускать, прям оно должно понравиться самому на все 120 даже процентов, я скажу. Вот. Да, оно не выйдет, пока мы друг другу не скажем, да, это круто, и это можно куда-то выпустить. Пришло одно сообщение, вот хотел чуть попозже, но нет, оно... В данный момент будет очень уместно. Часто с ребятами пересекаемся на одной сцене, они просто молодцы. А можно исполнить, приготовьтесь взять свои инструменты, а можно ли исполнить что-нибудь цыганское? Евгений, цыганский театр, Джипси Бенд. Джипси Бенду привет, ребята. Привет, Джипси Бенд. То есть сейчас серьезно цыганское будет? Браво! Уважаемый Джипси Бенд, я уверен, я надеюсь, вы подпевали, сидя у ваших экранов телевизоров. И вы знаете, какая мысль мне пришла, что возможен дуэт? С Джипси Бендом мы выступали не раз на сцене. Баян, не баян стайл и Джипси Бенд. Да, мы очень много пересекались, мы очень много думаем о дуэтах, каких-то совместных номерах с различными артистами. Ну, пока это все в подготовке. Вот вы знаете, уже сейчас на данный момент вы не только мне, хотя я планировал задать этот вопрос, но и всем зрителям доказали, что баяну подвластны ну, практически все музыкальные стили и направления. Да, я уверен, даже Рамштайн. Совершенно верно. Совершенно верно, абсолютно. Начиная от классики, заканчивая современной попсой. Ну, единственное, что скажу, что, наверное, рэп не сыграешь, да? Потому что это будет все... Ну, это же речитатив, он построен на одной ноте, поэтому это будет неузнаваемо. А правда ли, что как только в чартах, в хит-парадах, на вершинах где-то появляется новый хит, он сразу же попадает и, скажем так, да, я могу сказать, что мы стараемся что-то сделать с какими-то новинками, либо записать коротенькое видео в Инстаграм, закинуть, мы такие какие-то придумываем... юмористические клипчики какого-то такого, либо делаем кавер. Но это все зависит от занятости. Вот последний месяц мы были очень сильно заняты, потому что европейские игры вторые у нас в Беларуси были. Мы были заняты в течение всех европейских игр. Потом мы уехали в Латвию, поэтому вот в данный момент времени нам пока не удалось. Но это не помешало нам в интернете найти один ваш ролик, который я предлагаю сейчас вместе посмотреть, после чего продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Скажу честно, что это было просто великолепно. Вы знаете, спасибо. Я не ожидал, что от этого музыкального инструмента можно получить, ну, такой феерический эффект. Вот скажите, Лобода, Филипп Киркоров, Макс Корж, группа «Ленинград», они уже познакомились с тем, что вы сделали с их хитами? Пока две Маши познакомились. Да, пока познакомились только две Маши и Наташа Королева. Да. Что сказали? Сказали, что ты супер, что Наташа Королева у нас вообще было очень феерическое знакомство. Да, об этом не в студии потом. Обещайте за рамками эфира мне рассказать эту историю. Они сказали, что им очень сильно понравилось, что мы должны продолжать в том же духе, что есть некоторые моменты, которые с их взгляда можно было бы подправить, конечно, чему мы очень сильно рады, потому что это очень сильно помогает нам в дальнейшем развитии. Вот. И, собственно говоря, мы понимаем, что даже российские звезды отзываются очень неплохо о дуэте, потому что наш директор Ольга, она очень с многими знакома, она очень многим рекламирует наше творчество, и они говорят, что супер. Скажите, а насколько трудно найти, ну, скажем так, хороший баян? Сейчас, на данный момент, это, по моему мнению, совершенно несложно. Несложно. У нас есть фабрика в Беларуси, Зонто. Приезжай, заказывай. Правда, да. Полгодика надо подождать. Кстати, хочу выразить большую благодарность Мойсе Ростиславу Ивановичу за то, что вот поставляет нам такие замечательные инструменты, на которых мы играем. Фабрика Зонта, молодежная. Отличного качества инструменты, да, на самом деле. Отличного качества. Давно вы уже с ними? Да, очень давно. Я прям покупал свой первый инструмент, который профессиональный. Не такой, этот поменьше, а академический. Он побольше весит. Вот. И это было, чтобы не соврать, так мы, наверное, лет 14, может быть, моих 14 лет. То бишь уже 12 лет. А вот сколько за творческую биографию баянов прошло, Андрей, через твои руки? Через мои достаточно немного, кстати, потому что я очень верен инструменту и не хочется его менять постоянно. Поэтому это мой второй инструмент, ну, непосредственно личный. А, конечно, что касаемо фабрики Зонта, был момент, когда я заказывал инструмент, когда я отдавал свой инструмент другим людям, академически заказывал вот этот, который поменьше. Мне приходилось, конечно, где-то брать инструмент, потому что играть нужно. Музыканту нужно всегда заниматься, как спортсмену, каждый день, без исключения. Будь то вот праздник. Хотелось спросить, вот подвели к спортивной теме, сколько весит? А этот инструмент весит 10 килограмм, а Дима... 6, где-то 6,5. А они даже еще и разные? Да, ну все потому, что вот у меня есть регистры, да, это они меняют звучание инструмента. Так, по автомобильному выражусь, у этого инструмента лучше комплектация. Ух ты! За счет этого я могу сказать, то есть для игры эстрадной на сцене, чем он легче, на мой взгляд, тем это выгоднее, это лучше. Но все-таки попробуй-ка 1,5 часа. А на заре времен, я извиняюсь, тебя перебью, мы играли на 16-килограммовых инструментах. Так вы, по идее, должны быть, знаете, музыканты-бодибилдеры. Слушай, ну ты видишь, да? Ну да. Не совсем. Это вредит только спине. Исключительно, чем тяжелее инструмент, тем больше сложностей со спиной. Ну, просто до этого момента, как ты сказал, я хотел уже продолжить рассуждение насчет того, что для вас и сцена — это и не только то место, где становится гораздо легче, избавляешься от всех хворей и болячек, но это еще и фитнес-клуб. Если на фитнес-тему перевести, это хорошая кардионагрузка. Ты выходишь, рубашку хоть выкручивай. Особенно летом. Особенно летом просто это Особенно в зале, когда свет, это все. Это отличное кардио, если хочется избавиться от лишнего веса. Но вот если продолжить разбирать физику, самая главная музыкальная часть у вас в данном случае пальцы. Совершенно верно. Есть ли какие-то упражнения для того, чтобы, скажем так, профилактику каких-то там суставов, сосудов? Да, упражнения есть. Кстати, опять-таки же спасибо Гурову Александру Михайловичу. У него есть инструмент. Да, на инструменте. У него есть своя система упражнений, которая помогает держать в форме абсолютно все части твоей кисти. Вот, да, конечно, есть какие-то физические упражнения, но их... Так много особо не придумаешь, ну там что-то покрутил, да, там побросал кисть. Но ну, кисть чтобы должна непосредственно быть абсолютно гибкой. Свободной. Свободной. То есть мышцы не должны быть зажаты. Если я правильно понимаю, то штанги и гантели вам противопоказаны? Или... Ну, можно. Можно. Без фанатизма. Без фанатизма. А конкретно упражнение на то, чтобы... силу хват развивать, там, или что-то. Это противопоказано. Вот хотел спросить, что противопоказано в данном случае? То есть, в принципе, какие-то физические нагрузки, типа турник, там, брусья или тренажерный зал, это можно без проблем. Мышцы научатся. Но с умом, опять-таки же. Все с умом. А нельзя, ну я бы, наверное, не играл в волейбол, не играл бы в баскетбол. А хочется? Что... Вот говорят, то, что запрещается, то больше всего и хочется. Баскетбол, волейбол нет, футбол хочется. Я очень люблю играть в футбол. Собственно, я это время от времени делаю, конечно, но в связи с занятостью не всегда получается ходить в зал. Вот еще одно сообщение. «Чудесные ребятки!» 3 восклицательных знака. «Смотрю и радуюсь». Вопрос. Женаты оба? И дальше приписочка. Подписано в Инстаграм Александр. А, ну это там уже мне, это лично, я потом прочитаю. Спасибо большое. Спасибо большое, нам очень приятно. Женаты оба, и оба имеем детей, замечательных дочек. У Димы и Настя, у меня Арина. Привет им большое. Привет им. Я знаю, что они смотрят сейчас меня. Кстати, наверное, домашние становятся первыми людьми, на которых вы... скажем так, апробируете, тестируете, испытываете? Естественно, без этого никуда, потому что когда чего-то делается нового, конечно... Это первая экспертиза домашняя, которая вот что-то новое выходит, приходит жена, ей сразу на то, да, кстати, с работы проезжает, дверь захлопывает, жена, слушай, написала. Кстати, Димина жена слышит всегда первая, потому что мы у Димы дома пишемся. Поэтому бывает порой, что у него есть комната. И она меня не жалеет в этом отношении. Если она слышит, что что-то ей не нравится, она прямым текстом говорит, что тут вот как-то надо чего-то добавить, здесь не хватает мощи какой-нибудь там, ну, что-то типа того. Я к ней прислушиваюсь, она тоже музыкант. В этом отношении давным-давно все говорят, что дети не врут. Вот как... Дети, да, кстати, это очень заметно на детях, когда есть какая-то новая песенка у нас. Я обычно... Как это все происходит? Дима слушает дома, а я из-за того, что мы пишемся у Димы, записываю это на флешку и в машину, да. В машине слушаю, все-таки как, может быть, здесь чего-то подправить, здесь чего-то подправить. И еду за ребенком в сад, когда есть такая возможность. Ребенок садится в машину, я включаю, и сразу все становится понятно. Нравится или не нравится. Когда ребенок танцует, поет, все понятно. И просит папа повтори. Да, папа повтори, значит все, этот трек по-любому зайдет. А если ребенок так не обращает внимания, типа, а, папа, это ты играешь, да? А, ну ладно, ну все, значит, что-то надо переделать. Слушайте, а вот на домашних праздниках, какие-то там дни рождения, просто когда вся семья собирается, ну вот летом сейчас сезон шашлыков, часто это постоянно происходит? Просят постоянно, но нам постоянно не хочется. Да, это я всегда, вот если кто-то в компании есть, допустим, строитель. Давай дом построим на празднике, давай с тобой строить дом. Каменщик, я говорю, слушай, давай я сейчас привезу кирпичей, и ты мне выложишь стену. Мне прикольно, мне нравится. Он такой отвечает, но без музыки я это делать не смогу. Но без музыки я это делать не буду, да. Я говорю, поэтому договорились. Ты будешь строить мне дом, а я буду тебе играть на баяне. Давно не было музыки. И сегодняшним вечером в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4» Римский, Корсаков «Полет шмеля». Следующая композиция. И я так понимаю, это как раз тот случай, когда вы не словом, а, скажем так, звуком доказываете то, что классика в вашем репертуаре тоже присутствует. Совершенно верно. Кстати, это очень современная классика, я бы так сказал. В стиле драм-н-бейс. Да, в стиле драм-н-бейс. Друзья, ну буквально через мгновение она зазвучит в нашей студии. Не переключайтесь. Мы по-прежнему в прямом эфире. Это телеканал «Беларусь-4» Гомель. Программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у меня в гостях прекрасные музыканты, виртуозы, баянисты. Просто красавцы. Дуэт «Не баян стайл». Несколько мгновений остается до завершения прекрасного этого вечера. Но все-таки я успею зачитать вопросы, которые пришли в Инстаграм. Лиза спрашивает, вернее требует, просит. Сыграйте, пожалуйста, «Астурию». Спасибо большое. Сыграете. Обязательно. Окей, Лиза, ждите. В конце вечера все будет, как вы пожелали. Сообщение от Евгения. Андрюха, молодцы. Не зря Елена Павловна все силы в нас вкладывала. Так держать. Спасибо большое, Женя. Елена Павловна – это мой первый преподаватель по баяну. Очень приятно. Спасибо большое, Елена Павловна. А есть еще в музыкальном мире такой проект, называется он «Чемпионат мира по баяну». Ну, есть, но он немножко не так называется, он называется «Кубок мира». «Кубок мира». А вот рассказывайте, слушай, собираетесь ли? Собираемся, да. Кстати, вообще непосредственно я собираюсь туда попасть очень давно, но в связи опять-таки же с занятостью дуэта не получается подготовить программу в полной мере, да, в которой бы стоило... А насколько серьезная программа должна быть на... Там нужно играть 3 тура. 3 тура — это часовая программа, но это не та программа, конечно, которую мы исполняем дуэтом. Это программа академическая, это современная пьеса. Либо варьете, но это варьете, да, но без минуса. Да, то есть варьете есть. Есть и с минусом, кстати, но там не так с минусом, сколько с живым бэндом играется. Вот, и, соответственно, это нужно очень много времени потратить, да, то есть тут нужно, если мы сейчас в данный момент занимаемся там дуэтом, можем по 3-4 часа заниматься, этого достаточно, то там уже нужно по 12-14 часов в сутки, понятно, что это нужно бросить семью, нужно бросить дуэт и ехать туда. Но это же ненадолго. Это же ненадолго, да, поэтому мы для себя сделали такой вывод, что цель, да, цель есть. Цель поставлена. Мы в этом году немножко, наверное, приостановим, так будем 50 на 50 работать, будем 50% своих сил отдавать Кубку мира, а 50%... Прошу прощения чуть-чуть. Тут еще важно, где он будет проходить. То есть он бывает проходит в Австралии, бывает в Канаде, бывает вот приходил в Прибалтике не так давно, и мы хотели туда съездить, но мы не успели подготовиться. Вот. То есть, я так понимаю, будете ждать, когда территориально поближе к нашей родной красивой Беларуси. Ну, в теории, я думаю, что мы возьмемся за это очень серьезно. Вот сейчас в августе данный конкурс пройдет в Китае. Вот. После Китая мы уже будем знать в августе, где он будет проходить в следующий раз, и будем целенаправлены. 3-6 часов идут репетиции внутри коллектива. Вот признайтесь, часто возникают какие-то споры? Ну, это постоянно возникает. Мы же творческие люди. Ну, эти споры, о чем сказать, обычно? Это не совсем споры, я так могу сказать, это больше дискуссия. То есть мы уже как-то переросли эти споры. Мы знаем друг друга отлично, мы знаем друг друга более 10 лет, да, и мы знаем, я знаю, как себя поведет Андрей в той или иной ситуации, что ему лучше сказать, как ему лучше это сказать. И он в то же время знает, как я реагирую на какую-то критику. Но у нас есть директор. Вот я хотел спросить. Да, вот вы творческая составляющая, вы всегда на виду, вы даете интервью, вы выходите на сцену, вы появляетесь перед камерами. Но, насколько мне известно, за вами стоит еще команда тех людей, которые знают, что нужно организовать за кулисами. Это немаловажно, то есть у нас чтобы вам комфортно было на сцене. Ольга, которая немаловажный, самый важный момент, она умеет предвидеть наперед. То, чего немножко не дано, наверное, нам, да, она видит вперед, что нужно сделать, какую песню подготовить, что выставить в Инстаграм, что выставить в другие какие-то социальные сети. Кстати, она очень большой профессионал. Я с Димой согласен, мы зачастую... Она прям меняет в голове все и сразу вот так. Мы думаем... Вот Татьяна прислала сообщение. Ребята, вы крутые. Татьяна, не могу с вами не согласиться. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо большое. Вот. И мы когда... У нас был такой... в программе есть песенка «Калинка-малинка», русская народная. Да? Мы ее всегда играли в конце, потому что это такой беспроигрышный вариант, ее все знают, она клубная, она танцевальная. Бесовочка. И мы еще и попеть можем там со зрителями, да. И потом, когда Оля говорит, ребята, так, нужно ее в начало. Мы такие, а мы привыкли начинать как-то по-другому. Мы всегда привыкли с классики начать, с зимы там, или с лета, с такого, что-то из серьезного. А более такое уже развлекательное, народное, наконец. А тут у нас в голове полный переворот происходит. Потому что «Калинку» надо играть в начале. Как? И, кстати, это очень хорошо заходит в народ. Очень прекрасно, что для нас большое удивление. Мы выходим. Оль, спасибо большое тебе, спасибо огромное. Все, теперь мы «Калинку» играем в начале на всех концертах. Вопрос хоть и традиционный, хоть в какой-то степени и стандартный, но все же. Ваши творческие планы на будущее? Слушай, ну, наверное, как и у всех артистов, конечно же, написать побольше хороших песен. Сыграть много хороших концертов. Снять клип. Очень хочется снять клип. Сейчас это первоочередная, наверное, наша которую цель. Мы запланировали на август. Я надеюсь, что все получится. На которую будет снято, наверное, видео. Мы не будем пока говорить об этом, дабы не разочаровать зрителя. Правильно, да? Будет еще один информационный повод встретиться здесь у нас одним из добрых вечеров. Мы надеемся, что в августе отснимем и осенью презентуем наш первый клип. Вот пообещайте, что придете осенью презентовать его к нам. Если пригласишь. Обещаю. Я вот перед всей нашей зрительской аудиторией приглашаю вас. Спасибо. Спасибо большое, нам будет очень приятно. Считается ли это сугубо мужским инструментом? Или в вашей музыкальной среде с этим инструментом выходят девушки? С моей точки зрения, конечно же, нет, но девочке очень тяжело, потому что инструмент все-таки... С точки зрения физики, опять-таки же, повторюсь. Я же могу сказать, я бы не отдал свою дочь на баян. Да, я бы тоже, да. Все-таки есть инструменты полегче, есть скрипка, есть флейта, есть фортепиано, в конце концов, которое не нужно за собой везде тягать. А баян все-таки-то, это этот маленький, да, он мало весит. А те, которые по 16 у нас были, это же попробуй девочки-то закинь на плечи и понеси его. А если конкурс, вот как мы ездили, там, Питер, Санкт-Петербург, Германия, там, что-то постоянно за собой, в поезд, автобус, машина. А пока студент, ни автомобиля нет, это ты в троллейбусах, или когда в Минске ты в метро с этим чемоданом, плюс, тебя запихивают. Плюс костюм, сумка, баян, вот это, ну, не для девочки. Наверное. Да, это тяжело. Вот видите, как прекрасно получается, уже пошел, ну, практически второй час эфира, а знаете, что это значит? Это значит, что однажды, в обозримом будущем, одним из добрых вечеров, я буду снова ждать вас здесь, в этой студии. Запомните, на чем остановились, на студенческих временах и на передвижении в общественном транспорте, вот с такой вот громилой за плечами. На сегодняшний вечер я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что в вашем плотном графике, несмотря на всю концертную занятость, вы нашли время заглянуть к нам на часок на программу «Добрый вечер». Спасибо за приглашение. Творческих вам успехов. Мы обещаем следить за вашим творчеством и всячески вас поддерживать. Но не могу оставить без внимания просьбу нашей зрительницы. Астурию. Спасибо, с удовольствием. В студию. С удовольствием исполню. Всем же хочу сказать, что это была программа «Добрый вечер, Гомель». Завтра будет новый вечер, он, безусловно, будет добрым. Заходите в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь, ищите нас в Инстаграм. Ну и, конечно же, давайте общаться, кого еще вы хотите увидеть в этой студии. Ну а сегодня дуэт «Не Баян Стайл» завершает на музыкальной ноте этот прекрасный вечер.